Всем привет от Плюшкина. Тема такая. Имеется вот такой классный заветный чемоданчик. Со всяким разным хламом. Здесь у нас кружочки заточные, полировочные, шлифовочные, отрезные и прочее. Среди всего этого хлама имеется вот такой алмазный отрезной кружочек. Лежит он у меня очень много лет. И даже не знаю, куда его применить. Давайте посмотрим, что на нем пишут. АОК 200. 200 это диаметр, 200 миллиметров. Далее. На 2. 2 это толщина. Толщина рабочей части. На 5. 5 это, очевидно, толщина вот этого вот покрытия. На 32. 32 это отверстие диаметром 32 миллиметра. Далее зернистость. 200, 160 микрон. Такой, крупноватый. Так, и здесь у нас эмблема Института сверхтвердых материалов. И год выпуска 1974 год. Даже не знаю, что с ним делать. Возможно, кому-то такой кружочек в хозяйстве пригодится. Я бы с удовольствием поменял бы на парочку небольших спеченных. Если что, если кому интересно, пишите в комментариях или звоните по телефону. Телефон в описании под видео. А тема такая. Имеется вот такой сломанный кружочек. Еще советский. Выкинуть жалко. Нужно что-то сделать. Попробую распилить на несколько маленьких отрезных. Я думаю, получится 1, 2, 3, 4, 5 штук. Значит, нужно разломить, раскрошить, все лишнее сточить. Затем просверлить отверстия. Попробуем. Попробуем. Поехали. Возьмем кружочек. Прикладем вот эту вот шайбочку. Сделаем вот так. Немножко с запасом. Так, и еще раз. И еще раз. А вот так. Так, ну-ка, видно? Да, что-то видно. Так, следующий. Следующий. Сказал заведующий. Приклали. Сделали вот так. Еще раз. Еще раз. Еще много. Много раз. От елки-палки. Хотелось как можно больше. Что-то, может быть, уйдет в брак. Вот такая железячка. Подкладем снизу. Чик. Чик. Чик-чирик. Нормальненько. Теперь здесь замечательненько. Теперь здесь это грубая обработка, будет еще более такая мелкая. Поехали дальше. Поехали дальше. Поехали. Поехали. Вот так. Чик. А здесь по самому краю. И еще раз чик. Ну, как-то так. Теперь вот так. Чик. Чик. Вот такой классный инструмент. За 63 советских копеечки.
Теперь кусачки. Более тонкая работа. Имеется 5 заготовочек. И сейчас мы попробуем слегка закруглить. Кружочек легонечко зажмем, легонечко, и попробуем продырявить. Сверлышко самопальное, перышко. Ну-ка.
дырочки просверлены. Теперь их необходимо немножко подровнять. Для этого у меня имеется специальное приспособление. Поехали. Теперь сделаем оправочку под дремелечек. И будет все хоккей. Заготовочка стальная. Зажали и вперед.
вставляем и продолжаем. Финиш. Вот такая оправочка. Теперь мы примеряем вот этот вот винтик. Нормальненько. Теперь мы возьмем один кружочек и прикрутим и сразу протестируем, посмотрим, как он будет работать. Зажимаем то, проверяем то. По-моему, неплохо. Давайте немножко усугубим. Добавим оборотов. Поставим на троечку. Сейчас мы немножко отожмем, по новой зажмем и проверим на максимальных оборотах. Проверяем то. Что сказать, офигенно. Время потратил не зря.
Диски классные. Такие в магазине не купишь. А на сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока.